Хотя, пожалуй, потом он бы смог сделать так, чтобы Кэт с мальчиком исчезла, и никто не нашел бы ее. Хотя даже сейчас, при всем трагизме положения на фронтах, при том огромном количестве беженцев, которые заполнили центр страны, гестапо продолжало работать четко и слаженно. Каждый второй человек давал информации на соседа, а этот сосед, в свою очередь, давал информации на своего информатора. Считать, что в этой мутной воде можно беспрепятственно уйти, мог только человек наивный, незнакомый со структурой германской тайной полиции. Не сердитесь, дело ведь у нас общее, важен только результат, а кого погладят по головке и кому дадут конфетку, в этом ли суть? Я не люблю сладкого.